слід подивитися футбольні баталії у програмі «Додатковий час». І сьогодні ми говоримо про 12-й тур, аналізуємо, що ж сталося у вищій лізі, і, можливо, почнемо з першого, як вам Ліга Чемпіонів, точніше, фінал Ліги Чемпіонів, чи передбачений був результат цього поєдинку для вас особисто, Олександр Іванов, Бондарчук Іван? Хто почне? Та я почну, що там. Чесно говоря, терпеть не могу обе эти команды, что одну, что вторую. А вот финал дивися? Конечно. Я выбрал для себя, определил для себя, что Барселону я не люблю больше. Поэтому попытался поболеть за Манчестер, поболел минут 7. А потом просто смотрел футбол и ждал, когда он уже закончится. Да, честно говоря, впечатление это. Сложное, скажем так, потому что вроде финал Лиги Чемпионов, и ждешь борьбы за трофей, а борьбы как таковой не было. Первые 10 минут Манчестер где-то попытался, потом сравняли счет. Вроде какая-то огонек надежды, но Барселона его быстро затушила. И, честно говоря, давно, наверное, не было таких финалов Лиги Чемпионов, где даже несмотря на такой, скажем, события и такой счет, но фактически интриги не было. Да, второй тайм. Ну что ж, а вот в нашем чемпионате про достатньо было интриги у этом туре. И начинаем мы с команды Сія, яка приймала у себе команду Атлант. Рахунок 2-1 на користь команды Сія. Ну, здесь трішечки интрига, потому что Сія могли отримати нічийку. Должны были говорить. Сами говорят, что должны были. Да? Да. Я общался с игроками Сія, так случайно. В телефонном режиме. Они говорят, что превосходили Атлант в первом тайме. Создали много моментов, они забили всего один гол. Во втором тайме Атлант давил и создал тоже большое количество моментов, но там у них нападающий, есть, я этого нападающего знаю, он Перуни. Нет. Не уверен, но, по-моему, нет. Вот. Но он в игре с Катраном во втором круге, который я видел, туре, который я видел, он там не забил 7 выходов 1 на 1, по моим подсчетам. И вот он с Сия тоже как бы... А, кстати, вот он и есть, Рындин, он забил. Рындин, да? Да. Так и реализовался. Так и реализовал, но, как мне сказали, он реализовал там один момент из 10. Вот. То есть Сия сдала к концу матча, и Атлант забил, и мог забить еще, но, в общем, удержали победу, чему были очень довольны. Саш, я посміхнувся, коли ти почав говорити абсолютно випадково, ти затовкнув команді Сія, тому що читаючи деякі статті на деякому сайті, там теж є один із авторів, який каже, постійно я, читаючи його статтю, читаю, абсолютно випадково, проходячи повз стадіон, помітив. От я абсолютно случайно йому позвонив, так. Чаропа. Ну, продовжує цепь случайності, я скажу, що здесь все-таки було две закономерности в этой игре. Во-первых, Сия, как правило, в этом чемпионате обыгрывает всех, кто находится ниже их в турнирной таблице. А Атлант, как правило, основные очки берет дома на своем стадионе на Драйзе. Поэтому в этой цепи случайностей все-таки была такая вот закономерность. Ну, и Березники приймали команду Старс и... Отримали три м'ячі у свої ворота, чим відповіли одним м'ячем. До речі, вас так цікаво, тут бачу 82-га, чи 80-та, 82-га, 86-та хвилина. Всі події розвивалися. Все во втором таймі, так. Все во втором таймі. Ну, не знаю, я начну. Ваня був на ігрі, тому він мені не дасть соврати. Наверное, він підтвердить во многому мої слова, тому що він був на двох наших іграх подряд. Со Старсом и с Дарницей, и игры были, на мой взгляд, очень похожи. То есть и в игре со Старсом, и в игре с Дарницей мы создали очень много. То есть реально, опять же, три выхода один на один, перекладина, не забили с метра, попали в лежащего в углу ворот вратаря. Как это можно было сделать, я не понимаю. Это еще в первом тайме было. А Старс очень хорошо играл. Мне очень понравился у Старса, больше всего понравился выход из обороны в атаку. То есть они очень организованно это делают, очень быстро. Буквально в две передачи уже полузащитники и нападающие на другой половине поля с мячом играют в короткий пас. Очень красиво забили нам второй гол. Мы атаковали, они перехватили мяч. И в восьмером они так перепасовываясь между собой,
прошли от своей штрафной до нашей, все передачи в одно касание, вывели человека на удар, он спокойненько положил мяч. Гол вот в стиле Барселоны, очень красивый гол. Вот. А так, конечно, ну вот турнирная таблица, Березняки забиты 14 мячей. Вы меня простите, но пока мы не начнем забивать, ожидать чего-то хорошего от Березняков. Да, ну, что бы я хотел добавить, наверное, ты там уже Саша сказал, мне показалось, что где-то минуте на 60-й Березняки серьезно подсели физически, и то, что от... Саша анализировал, действительно, старт здорово, очень, очень быстро и очень эффективно отвечал своими контратаками. Моментов было достаточно, как у Березняков, особенно при счете 1-0. Была возможность сравнивать счет, там и штанга была, и мимо ворот били с 2 метров. Но старт отвечал тоже очень опасно. Очень опасно два скоростных нападающих, и мне кажется, во-первых, лучшая физическая форма сказалась у Старса, хотя они начинали в 10-ром, потом играло их 11, и буквально на 65-й, наверное, минуте их стало 12 или 13, да. Но все равно как бы Старс выглядел свежее, и за счет этой свежести, и за счет более грамотного перехода из обороны в атаку. Также реализация все-таки, хоть Старс много и не забил, но 3 мяча не забил. Вот это, в принципе, и дало итоговый результат. Ну, я бы сказал, у них было такое, как бы, у них не было явных моментов, у них были скорее такие очень острые атаки, которые не завершались ударом. А у нас они вот именно ударом завершались, но что толку, если эти удары не туда. А по поводу физической формы я просто забыл об этом сказать, действительно, и меня удивляет, и я знаю, есть эта проблема в других командах. Есть люди, которые получают 20-30 минут игрового времени в основной команде. И при этом они умудряются заявиться в какие-то первые, вторые, третьи лиги. И там играют. Ты здесь докажи. А что ж ты там набегался, пришел, 20 минут побегал и просит замену в 21 год? Ну, непонятно. Мне это непонятно. Трещинский дерби. Цього разу закінчилось грандіозним скандалом, про який ви ще не всі знаєте. А цього разу Троєщинське дербі закінчилось з рахунком 4-2. Легенда грала з командою Аякс і поступилася команді Аякс. Отже, у себе на полі приймала Легенда. Я не знаю, чи усі ці вони грали. Ні, вони грали на Драйзера, там, де грають і Аякс, і Атлан. Вот. І ну, этот матч, мабуть, продолжает цепь закономерностей, он, я понимаю, что Саша тоже глянул на забитые мячи и понял, возвращение Сикорского в прошлом году, если мне не изменяет память, очков 9, наверное, или 10. Да, да, да. По-моему, 4 игры они выиграли. Да, 7 мячей, по-моему, и 10 очков. Поэтому, конечно, здесь нельзя не отметить этот факт. Ну и все-таки Аякс на домашнем поле выглядит очень неплохо, и с поддержкой такого классного игрока, который сам может решить моменты, все-таки это сказалось, и результат, я думаю, вполне логичный. Все-таки Сикорского переможет. Говорят, один в поле не воин, и в футболе это, наверное, правильно, но на нашем уровне, на любительском, появление в команде профессионального футболиста, плюс в расцвете сил, плюс нападающего, действительно, ну, по профилю нападающего, это очень большая фора. И при встрече равных, в принципе, команд, легенда Аякс, я думаю, Сикорского вполне достаточно. Я чув, в минулому році здається велась таки доволі непогана боротьба за Сікорського. Чи це не за цього Сікорського, чи можливо навіть не за нього у вищій лізі, чи це ще поза минулий рік? За нього боролись, да, ну как-то непонятно. Он був в Заре Луганської одно время. Оттуда он попав в Алчевскую сталь. В этой Алчевской сталі я как не вижу протоколи Сікорського в них нет. Вот. Но на фотографіях присутствует. То есть, видно, для первой лиги чемпионата Украины он, может, и не дотягивает. Ну, а... Бережется, наверное, для игр да, в Аякс. Да, за Аякс, да, он там нормально выступает. Заработная плата выше, чем в Аяксе. Ну что ж, ФК Хелс приймав на своем поле команду Дарниця. Ты ж в цьому матчі було дуже багато навколо футбольних пристрастей перед самим матчем. Багато телефонних дзвінків. Врешті ж матч відбувся. Лістровой Петров
взяв всю силу цей матч, і команда. Ну, можливо, так. Да, можливо, в вищій лізі, я не знаю, що це дебют у нього. В минулому році він сутив перший. А ось тут Петроль Островой. І рахунок 2-0 на користь Данниці. Хто почне? Я думаю, що тут как бы, хто би не начав, а тут буде одна і та ж. Тобто, по большому счету, ніхто не ждав, що Хелс виграє у Данниці. И, честно говоря, все эти телефонные звонки, я краем уха про них слышал, меня удивляют, потому что, ну, разница в классе настолько высока, что кто бы ни судил эту игру, Листровой, Мэйер, Надежкин или там Алексей Атлашов, это не сыграло бы большой разницы. Ну, 0-2, 0-3, 1-3, то есть все равно не было у Хелса шансов, я думаю, особо. Я думаю... С другой стороны, Хелсу, наверное, надо цепляться все-таки в домашних играх, это не Здарница. Это не те игры. Но, да, но ситуация, уже и те игры проходят, и не те уже. Уже заканчивается первый круг, все-таки Хелс, я думаю, имеет кадровый потенциал. Там многие ребята играют с другими командами на город. То есть это, наверное, в домашней игре можно подстроить как-то и... собрать неплохой состав, ну, действительно, наверное, с Дарницей, даже собранный состав, наверное, тяжело, чтобы решил, и Виталий Калинин забил два мяча. Да, у Линик, вот. Значит, так. Ну, в принципе, наверное, класс сказался, и победила сильнейшая команда. Ось так. Ну, багато ми говорили про гру «Мілай Благодать». Були якісь сподівання у нас на те, що я мав можливість спілкуватися з організатором команди New Life саме перед грою буквально за декілька годин. Тим не менш, New Life поступився за пунктом 3-0 на своєму полі команді Благодать. Чи закономірним є цей результат? Як ви вважаєте, хлопці? Ну, во-первых, не зовсім на своєму полі, тому що вони грали на медприборі, но со своїм сильним. Вот. Ну, на самом деле, здесь все было сделано в первом тайме, уже счет 3-0. Я думаю, что такая команда, как Благодать, все-таки кратные чемпионы, и уже давно команда не выигрывала три матча, уже как-то хотелось и потребовалось было, отступать, да? Было некуда. Вот. Ну, New Life, я думаю, еще докажет то, что эта команда сюрприз. Ну, в этой игре не сложилось. Не сложилось, 0-3. Опять же, сильнейшая команда по классу, более классная, более мастеровая. Я несколько раз так получалось, допускал ту же ошибку, которую допустила команда New Life, а именно соглашался сыграть на поле гостей. Ну, то есть такое бывает, на первенстве города это вообще регулярно, то есть если у команды гостей поле более высокого класса, то они автоматически получают право стать хозяином. Да. Вот. И неоднократно такое со мной было на начальных этапах христианской футбольной лиги, я довольно часто соглашался с Богданом Чичи играть у него. Бесплатно, зато экономия, серьезные деньги. И каждый раз я убеждался, что вот подобные вещи, они ни к чему хорошему не ведут. Во-первых, поле тебе предоставляют в то время, которое больше удобно той стороне. Во-вторых, едешь ты, а не они. Ну да. То есть тебе сложнее собраться, сложнее доставиться, так сказать, на поле. Ну то есть масса, а если там еще присутствуют какие-то болельщики, если какое-то давление, то это дополнительный минус. Поэтому как бы я когда узнал, что New Life будет играть на медприборе, то сомнений в исходе этого матча уже не было, да? Ну так, то есть будет наука организаторам команды New Life. Наступный матч я хотел бы сказать, что Интер приймав на своем поле команду Катран. Рахунок 4-1 на користь команды Интера. Але хотів би зауважити, що Катран після першого тайму вигравав не людину. Дуже цікаво. Ну, наверное, общий результат не удивляє. Не знаю, какая седьмая победа Интера подряд. Команда, которая два месяца назад находилась на последнем месте, такой рывок. Ну, в принципе, в этой игре, наверное, такое ожидалось, то, что я видел, Интер команда прогрессирует, хотя. Есть еще, как говорится, куда расти, над чем работать. И, честно говоря, Катран, мне тяжело сказать, за счет чего Катран мог обыграть Интер. И то, что команда выигрывала 45 минут, это, конечно, наверное, в какой-то степени может и радовать. И хочется пожелать ребятам, чтобы они 90
90 минут когда-то выиграли. Ну, все-таки Интер, особенно дома, на своем поле. Команда, которая хочет бороться за высокие места, они обязаны были выигрывать. Что они и сделали, собственно? У меня есть, как бы, как обычно, совершенно случайно. Информация со стороны. То есть, правда, это информация с одной стороны, со стороны Катран. Вот, то есть, представители Катрана считают, что они провели неплохой первый тайм. В общем-то, счет подтверждает. Да. Вот, во втором тайме Катран просто остановился. Ближе к концу матча, то ли из-за травм, то ли из-за некоторой апатии, то ли один, то ли два человека просто покинули пределы поля. И Катран доигрывал там девятером. Ну, в общем, добавить к тому, что говорит Ваня, нечего. Как обычно, состав с новыми людьми, то есть команды как таковой, коллектива не существует. Есть просто какой-то состав, который выходит на поле. Что если так делается с Катраном и рассыпается команда пешечки? Ну, побажаємо їм успіхів, щоб була наснага і все-таки догравали матч до останньої хвилини. Усі, абсолютно всі гравці. Ну, останній матч цього туру в неділю о 6 вечора він розпочався, так? Динамо Відрадний приймав на своєму полі команду, яка на сьогоднішній день займає перше місце, команду Самсон. І поступився з рахунком 1-3. Чи вирішилась доля чемпіонства вже в цьому поєдинку, ще невідомо. Але, в принципі, гарний дзвоник для команди Самсон вже, мабуть, відбувся. Саш, я хотів би, щоб почав ти. Ну, во-первых, я бы не стал так ставить вопрос, потому что не знаю, как Ваня, но я не считал и не считаю команду «Динамо» Отрадный главным соперником Самсона в борьбе за чемпионство. То есть «Дарница», может быть, даже «Старс», но не «Динамо». Что касается игры, как бы мы говорили о том, что основной проблемой для Самсона могут стать размеры поля. Это вызвало на одном сайте очень бурную дискуссию, причем люди с рулетками мерили поля и там сравнивали, какое больше, какое меньше. Мне на самом деле сложно ответить, но судя по тому, что Пономаренко забил, значит, поле нормальных размеров. Вот. Судя по счету, ну, как бы видно, что Динамо открыло счет, после этого Самсон сравнял практически сразу, а во втором тайме вышел вперед и поставил точку. Очень много желтых карточек. Но это, может быть, даже говорить не только о том, что игра была такая напряженная. Мамедов хороший судья из Федерации футбола, и он за карточкой в карман лезть, ну, не лезет. То есть надо, значит, показывать. Ну что ж, а яка була атмосфера на полі о 6-й годині вечора в неділю? Тому що, коли я там тренував Миколі Волосью, я не пам'ятаю, другий тайм, може, ми здається, ми так хотіли запитати, чи закінчився матч, чи можна результати отримати на сайті. Він так якось, знаєш, такою, та 2-1. І мені спочатку здалося, що вони програють. Але коли вияснилось, що вони ще й виграють, він говорив, що просто у нього ще труситься коліна, і він не знає, як закінчиться матч. Ні, ну, на самом деле, гра була бойова, напряжена до останньої минути, я не знаю, скільки вони, минут 100, наверное, сыграли. Була компенсирована 2. Еще было компенсировано минут 6, наверное, Пономаренко забивал уже, наверное, ну, по тому времени, которое брали наши игроки. Мамедов чувствовал, что Пономаренко мая забыть еще, мая забыть, тягнуться сейчас Пономаренко, та, же як? Там, наверное, да, там, наверное, основные события происходили в последние минуты, потому что Динамо пошло большим силам вперед. В принципе, можно сказать, что вот тот отрезок, наверное, по 25-27 минуту я бы занес, наверное, в актив Динамо. Они лучше цеплялись за мяч, лучше боролись, создавали моменты, хотя мы вначале забили гол, его не засчитали из-за вне игры, потом забила Динамо, гол засчитали. Хотя лично у меня как бы были сомнения, но я не готов браться. Я не судья, судья гол засчитал. Вот. Потом нам после штрафного удалось отыграться, шла игра на встречных курсах, и мы лучше использовали свои моменты. В конце Динамо атаковало большими силами, и, как я сказал, уже на минуте на 98-й, наверное, когда они пошли всеми силами вперед, там уже
был принцип «все большие впереди, все маленькие сзади», вне зависимости от того, кто играет на какой позиции. Ну, это, наверное, дал нам возможность провести контратаку. В целом, я бы хотел сказать, что, наверное, то, с чего мы начинали, сейчас говорить о каких-то турнирных местах я бы совсем не стал, еще не доиграл даже первый круг. Мы видим, что есть группа, мы хорошая команда. И, наверное, «Динамо» все-таки включится в борьбу за самые высокие места. Команда неплохо укомплектована, физически сильная, как бы со своими, наверное, какими-то проблемами. Но я думаю, что за высокие места эта команда способна выступить. Окей. Ну что ж, таким вот был наш анализ 12-го туру. Лошадь из «Динамо». Зараз буде анонс.